только очень много детей, которые все орали по очереди. Пап, ты в кинотеатр сел, да? Ага. Вот. Дальше эту карточку можно забыть. Мы переходим к трате с израильской карточки. Вот. Режим жесткий. Ага. Намек понят. Сидим здесь. А я думала, это копченая колбаска. Это какие-то... Вау. Это у вас какие-то постройки. Я даже не знаю, что это. Египетские пирамиды или вот... Смотрите, тут прям как в каких-то джунглях можно и заблудиться. О, слип. О, это капсульные. Я не люблю такие лестницы. Мне даже как-то не по себе становится, когда я на такую поднимаюсь. Видите, птицы летают. Это вообще нехорошо, что птицы летают. Местные деньги принимают. То есть у нас их нет, естественно. Или чемоданчик в чехольчик. Но Витя сказал, что вот ему прям надо, и что он вообще не доедет. И поэтому мы взяли, видите, даже второй видите. Сейчас мы проезжаем плантацию бананов. Эй, мы приехали. Хороший был полет, да? Угу. Спокойный такой. Только очень много детей, которые все орали по очереди. Просто такое количество детей я, честно говоря, даже никогда и не видела. Вот и сейчас один орёт какой-то. Ну давай, складу. Я написала, что мы уже сели. Закрой, ты хорошо его закрой? Подожди, стой, а то все прольется. Я написала в WhatsApp. На. Давай складываться, видите. Вот это вот доставай. Да, написали. Я не знаю, что там. Да, все написали. Мегафон. Вот и Никон кому-то там пишет уже. Ну доставай, доставай, пока держу. Сейчас я держу. Вот так. А что они мокрые такие? Да, вот еще маленькие. Да? Ну ты так поаккуратнее положи. Там, там ты что, там две пачки, что ли, этих салфеток? Так, ладно, ребят, будем выходить. Потом продолжу съемки. А здесь мы только что вышли из автобуса в какую-то зону аэропорта, пока мы не понимаем, куда нам нужно идти. Идем просто по указателям и рассматриваем красивый аэропорт. Нам на трансфер. Нам куда? Нам на трансфер, да, конечно. Куда же еще? А, это такая зона паспортного контроля. Встали в очередь. Витя проходит. Здесь еще этот, как это называется-то? Как эта штука-то называется? Контроль. Багажный, да, багажный контроль. Нет, а, таможенный, да, таможенный контроль. Нет, мне кажется, таможенный контроль это то же самое, что паспортный контроль. Хотя, может, я ошибаюсь, не знаю. Пустой аэропорт, нам тут всю ночь сидеть. У нас только в 8 утра самолет. Вот такой вот аэропорт тут. Да, интересно такой аэропорт. Главное, что мы тут одни. Такая интересная страна. А рейс в 9 только у нас, да не в 8 утра, а даже в 9. Ужас, это еще очень долго. 8.50. А, 8.50. Ну, да, 7.50, значит, наверное, посадка начнется. А сейчас, сейчас по местному час ночи.
То есть это на час вперед, чем в Москве. Вот наш самолет. А, это же не наш самолет, да, да. Мы же ехали. Да, мы же ехали. Это не наш самолет. Красиво. Нас еще не назначили гейт, поэтому мы выходим в общую зону duty free. Такая ничья зона. Как кинотеатр, да, вот здесь вот особенно. Смотрите. Интересно. В общем, получается, что мы в этом году уже побывали в Киргизстане, Казахстане и теперь еще в Азербайджане. Ну, за год. Чуть больше, чем за год. А. Пап, ты в кинотеатр сел, да? Так будто бы ты не насиделся, сейчас устал. Ну пошли хоть к какому-нибудь этому, сейчас. А то так даже и не интересно. А тут какие деньги-то принимают? Ну, это же рубли же не принимают. Кстати, тут, да, теперь мы переходим на эту карточку. На... Все. Да. Прошло знаменательное событие. А... Вас поздравляю. Ну, да. Мы уложились в ту сумму последнюю. Слава Богу. Вот. Дальше эту карточку можно забыть. Мы переходим к трате с израильской карточки. Вот, какие мы крутые. Режим жесткий канал. Ага. Намек понят. Сидим здесь. Ника, ну как, разложила тебе уши, нет? Или все еще заложено? У меня такой проблемы нет, слава богу. Мне практически никогда не закладывают. Ну, как-то очень редко. Может, там, ну, как закладывают чуть-чуть, как и всем. Ой, в общем. Ужас, там так орали дети, кошмар. Одна орала: мама, я хочу спать в своей кровати. Ей было года два, наверное. Все мучилась, никак не могла уснуть, бедняга. Потом вырубилась со скандалами. Ну, вообще хорошо себя вела. А вторая вообще там просто бесилась, орала весь рейс. Младенец там был, ну, совсем, ну, до года. Тоже там пару раз поорал. Несколько пятилетних детей было. То есть такого забитого детьми самолетом я вообще не видела. Ой, смотрите, тут какая-то еда. Давайте посмотрим, что тут есть. Интересно так. Ой, как красиво, вы посмотрите. А я думала, это копченая колбаска. А это какие-то... Вау, это восточные сладости. Обалдеть. Ну, это похоже на нашу, да, эту? Да, да. Похвалу. Ну, и на русскую, и на израильскую тоже. Да, хорошо, хорошо, да. Давай, Витя. Ага. Мы тебя здесь будем. Мы тебе вещи тогда оставим. А что ты хочешь, посидеть просто, спать, поспать? Можно поспать. Можно на... Я не снимаю больше все. Так, смотрите, здесь какие-то... постройки, я даже не знаю, что это, египетские пирамиды или вообще. Что это такое, я не понимаю. Вот здесь что-то написано. Пусть Аллах существует, написано, молитва. Но это, видимо, что-то мусульманское. На английском языке написано Kids Club. Ух ты! Здоровско! Прям здоровско! Надеюсь, следующий самолет не будет такой заполненный детьми, потому что нам лететь еще 3,5 часа. Вот. Здесь какая-то кафешка. Интересно, что в ней есть. Идем посмотрим. Пирожки какие-то. Ого, здоровый аэропорт-то такой вообще, конечно. Смотрите, тут прям как в каких-то джунглях можно и заблудиться. Мне показалось, что это Витя уже идет меня искать. Там он мужчина, похожим, в свитере. А, потому что я такая, я могу заблудиться, знаете.
интересно, это что такое? Go sleep. Это капсульные те самые. Можно прям поспать здесь. Суперовски. Ну, там, наверное, душно, мне кажется, вообще. У нас в Москве получше они. Мне больше нравятся. Ну, еды здесь меньше явно, чем в Москве. А, я что-то еще не подходила же туда. Сейчас дойду к краю, посмотрю. Там, там он уже проспект какой-то идет. Видите, машины. Это вот огонечки, это машины. А, ну понятно, отсюда вот весь первый этаж. О, как. Там вон какой-то замок прям. Супер. Но он не очень большой, конечно, этот аэропорт. То есть его можно обойти, не заблудившись. Но я пойду на всякий случай вернусь, а то вдруг я все-таки заблудилась. Я всегда боюсь заблудиться. Поэтому я стараюсь ходить, знаете, такими мелкими перебежками. Чуть-чуть отошла, вернулась. Потом еще чуть-чуть отошла, вернулась. В общем, как кошка, которую выпустили на дачу погулять первый раз. Потом сейчас с Никоном прогуляемся, тут походим еще. О, макет какой-то. Вау. Интересно, чей это макет? Баку или это аэропорта макет, непонятно. Я пока не понимаю так с первого раза. Самолетики. Азербайджан Airlines. Азербайджан. Нет, Азербайджан написано просто. А красиво, кстати. Мне нравится. Интересно, из чего он сделан? Можно его потрогать? Наверное, его все трогают. Ага, смотрите, он вертится. Прям даже... Ну и всякие эти duty-free зоны там. 150. Тоже ресторанчик, что ли. В общем, здорово. Тут какой-то ресторанчик восточной кухни. Там уже лепешки, супы, вот я вижу. Я, кстати, не знаю, я ничего не читала про Азербайджан, что они едят, какая у них национальная еда, ничего не знаю, ребят. Если кто знает, пишите. Все, я пошла назад. Никон куда-то ушел, ты куда? Ух ты! Я не люблю такие лестницы. Мне даже как-то не по себе становится, когда я на такую поднимаюсь. Терпеть не могу винтовые лестницы. Это ужас для меня. О! Супер! Мне так нравится вообще аэропорт, просто обалденный. Там и туалет действительно хороший, но он не очень прям такой, прям супер чистый, но он хороший. Я же тебя фотографировала только что, там была хорошая фотография, это уже будет хуже намного отсюда. Вот давай еще у тебя на, вот здесь вот встань, вот здесь вот, я тебе на фоне всего аэропорта щелкну. Бабушки там у нас прибалдеют. От такого, да? Да? Интересно. Даже в аэропорту интересно. Путешествовать всегда интересно. Даже в аэропорту. Это не настоящие. Так, ну там не вкус, там какие-то, во-первых, у них тут это свои деньги какие-то. Как они называются, Никон?
они, знаете, выглядят как буква Ш перевернутая, и только она закругленная. То есть как будто бы букву С взяли, прибавили палку и перевернули на 90 градусов. Да, вот я это тоже показывала уже. Написано было «Фудкорт сюда». Смотрите, птицы летают. Это вообще нехорошо, что птицы летают в аэропорту. Ну, сами понимаете, почему. Потому что вообще не должно быть тут около. Не дай бог что, да. Ну, в общем, бедные птицы. И просто это плохо вообще для безопасности полетов. Как здесь интересно. Что это? Кактус какой-то искусственный. Ну тут прям как у нас в светлом мире, да? Когда это самое, ты там... А, вот это... Это, наверное, это... Вот, смотри. Это, наверное, бизнес-зона, ланч-клуб. О! Смотрите, там прям шведский стол. Можно... Видимо, ну я так думаю, что шведский стол. А можно вот еще вот здесь вот поесть? Угу. Супер, здорово. Это что, какая-то похвала, похлова? Никон, Никон, ку-ку. А, тут детская какая-то зона еще, да? Аква Бэйби Кэр Рум. Аква? А, нет, почему я прочитала Аква? Просто Бэби. А где Аква взяла? А тут Анна написано. Ну, это, видимо, не Анна, это, видимо, по-азербайджански что-то написано. А я почему-то это пришла как Анна. Ну, здорово тут, мне нравится такой прям вот... Ну, как-то ему не хватает все равно же от вечных мест. А вот смотри, вот здесь вот, вот отсюда хорошо видно. А что там? А что ты боишься-то? Мне надо снимать бизнес-зал. А это бизнес-зал, ты уверен? Да, бизнес-зал написано же, VIP-сервис. Где? Ну, я же не вижу, я же снимаю, понимаешь? Никон, вернись к эскалатору, подойди чуть поближе. Ага, пошли дальше. Угу. Вот автомат, но видите, только местные деньги принимают. То есть у нас их нет, естественно. Я даже не знаю, как они называются, если честно. Какие-то... Аптечка. Да. Лекарства. Интересно, что здесь продается. Вот аквалор, смотрите, от простуды. Зирагу, наверное, от этого, от аллергии что-то. Ну так, судя по всему, я не знаю. Ну вот так выглядит вид за аэропорт, за аэропортом имени Гейдара Алиева. Как вам, ребята, такой вид? Нам очень нравится. Кстати, да. Внимание, друзья. Прям такой Дубай. Я только сейчас понял, что во всем мире, во всех странах, ага, везде все одинаково. Желто-черные дизайны табличек. Может нигде быть, да. Красно-черных. Мне вот эта конструкция, конечно, нравится. Что это такое, интересно? Это просто старый аэропорт? Старый аэропорт, да. Ну, может быть. Или второй терминал аэропорта. Mm-hmm. Но он на взлетно-посадочный, по-моему, стоит. Нет, если он стоит на взлетно-посадочный, мы бы не сели. Mm-hmm. Ну, стоит. Взлетно-посадочный стоит, не может. Нет, лучше вот в эту сторону. Никон. Ты можешь перевернуть? Могу сейчас, одну минутку. Сначала так, а теперь вот сейчас.
Это Азербайджан. И мы тут, в Азербайджане. Это не наш самолет, но мы тоже скоро летим. Зеленая, вот это я попробовала, фу, выплюнула, есть невозможно. Отрава какая-то. Ну, это, видимо, шпинат, плохо приготовленный. Смотрите, какие-то вершины прямо снежные-снежные. Прямо огромное количество снега. И какие-то такие вообще незаснеженные.
Ну вот, ребят, мы получили все чемоданы. На этом я наш влог заканчиваю. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. 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 Все чемоданы доехали. Ура, 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 ура. Ура. Да, Маша здесь. Да. Там стой, я потом. Ага, окей. Все. Возьми, пожалуйста, вот этот чемодан. Давай. А, вы хотите туда, да? Смотрите, какой ужас. Пластиковые чемоданы просто бьются об вот этот край. Вообще кошмар. Никон говорит, что в Японии подушечку подставляют, чтобы... А такого не было. Кошмара. Поэтому даже неплохо, что мы чемоданчик одели. Или надели. Одели, да, одели чемоданчик в чехольчик. Слушайте, короче, анекдот. Я, значит, ищу деньги, мы тут сейчас роемся, мелочь. Чищем, да, чтобы вот взять вот эту тачку. Они, в общем, искали, наверное, минут 10-15, там по всем рюкзакам не нашли. В общем, поняли, что оставили все монеты дома. А Никон такой сейчас подходит и говорит: зачем, говорит, вам деньги? Через 15 минут поисков. В автомате, говорит, где принимают только карты. Короче, Витя предложил поесть. Я, конечно, не хочу, я уже домой хочу, если честно. Но Витя сказал, что вот ему прям надо, и что он вообще не доедет. И поэтому мы взяли чай и один большой сэндвич на всех. Там их много, этих сэндвичей. То есть как бы он один, но там их много. Вот Витя несет как раз сейчас. В общем, мы как отсюда уезжали на этом месте, ели. Я еще говорила, нет ничего вкуснее, чем кофе в аэропорту. Так и приехали. Тоже здесь едим. Но это хорошая традиция, ребят. Правда ведь? Никон вот сидит, страдает. У него все губы обветренные. Он очень страдает по этому поводу, потому что ему неприятно. Вот. А Витя страдает, потому что он уже полчаса не пил чай. Ну, тоже неприятно. Видите, какое у них у обоих страдальческое лицо. Никон еще ничего не слышит, как дед глухой. Вот кивает, да, потому что ему заложило все уши на первом рейсе и на втором. Еще подзаложило. И в итоге, в общем, у нас два дедушки. Ну, а здесь, ребят, как вы видите, мы сели в поезд и едем из аэропорта в другой город. Дорога у нас занимала где-то 1 час. К сожалению, видимость из окна была плохая, так как стекло было просто грязное. Мы сидели в таком небольшом тамбуре, потому что у нас была куча чемоданов. Вот один из них вы сейчас видите, даже второй видите. И нам поэтому пришлось сесть не там, где было много свободных мест, а сюда. Сейчас мы проезжаем плантацию бананов. Их тоже плохо видно, ну, во-первых, потому что мы быстро едем, а во-вторых, каждая из них закрыта синим полиэтиленовым мешком. Я хотела сказать, каждый куст бананов закрыт синим полиэтиленовым мешком. А что, у меня ощущение такое, что, знаешь, такой август, смотри, одуванчики растут, желтые цветочки. Едем на электричке с Финляндского вокзала.
приехали домой на дачку. Ощущение на даче. Почему тут долго не были? Деревня такая наша. В свою деревню в ту же пору помещик. Что там дальше? Какой помещик? Какой? Новый прискакал. Но мы не новый, да. Мы помещики, но не новые. Бомбоубежище наше. Вот. Видишь, Никон Илья поставил на эту на плитку. Ну хорошо, потому что иначе вода все время затекала. А так нет. Так типа наша территория.